Говорит Сэм Вуд. Говорит Сэм Вуд. Да, он. Приблизительно на углу Пайни-стрит и шоссе. Посреди дороги лежит мертвый человек. Вокруг никого и ни одной машины не было за несколько последних минут. Оставайся на месте. Личность пострадавшего установлена? Слушай, документов при нем нет. Но, по-моему, я знаю, кто он такой. Пит. Это Мантолли. Дирижер? Главный во всей этой затее с фестивалем. Черт побери. Может выйти страшная неприятность. Высылаю группу, повторяю. Оставайся на месте. Хорошо, Пит, хорошо. Все. Гилспи слушает. Шеф, это Пит. Мне очень жаль, что приходится вас будить. Но если Сэм Вуд не ошибается, у нас на руках убийство. А, какой-нибудь турист? Нет, это Энрико Мантолли. Что? Да, он самый. Я уже послал скорую, врача-фотографа. Я выезжаю немедленно. Вот пусть остается на месте, пока я не прибуду. Слушаю, шеф. Вот такое дело, шеф. Да, давно он мертв, док? Меньше часа. Я бы даже сказал, меньше 45 минут. Кто бы это ни сделал, ему не удалось уйти слишком далеко. Все, о чем я вас спрашиваю, давно ли этот человек мертв? А дальше уж как-нибудь обойдутся без ваших советов. Сэм! Да, шеф? Поезжай на вокзал. Так. Потом проверь северный выезд из города. Угу. Может, кто-нибудь попробует выбраться на попутных с той стороны. Так. Действуй. Хорошо, шеф. Так, а мы тут разберемся. А ну-ка, встать, черномазый. Вот так, повернись. Подними лапы, обопрись о стенку. Так, так, так. Руки не опускать и не двигаться без приказаний. О-о! Что-то бумажник у тебя больно пухлый. Вот так, а теперь шагай. Одно лишнее движение, и ты поедешь с пулей в позвоночнике. Говорит Вуд, я у железнодорожной станции. Задержал подозрительного цветного. Возвращаюсь в полицию. Войдите. Иди. Имя? Меня зовут Типс. Вирджил Типс. Ну, и что ж ты делал на станции? А?
Я дожидался поезда 5:17 на Вашингтон. Откуда же ты взялся? Я приехал поездом 23:35. Он опоздал на 45 минут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это за поезд 23:35? Местный, с юга. Что ты делал на юге? Ездил навестить мать. Откуда у тебя деньги на проезд? Вот, сэр, его бумажник. Ого! Ого! Где ж ты взял столько денег, а? Заработал. Заработал. Таких денег цветному не заработать, а уж тем более не сберечь. Где ты работаешь? Я работаю в Калифорнии, в Пасадене. И чем же ты занимаешься в Пасадене, что гребешь такие деньги? Служу в полиции. Вы вообще-то допросили этого человека, прежде чем доставить его сюда? Нет, сэр. Почему? Вы приказали мне осмотреть станцию, шоссе и задерживать всех подозрительных. Но обнаружив этого этого человека на вокзале, я немедленно доставил его сюда. Так, значит, ты говоришь, что ты полицейский из Калифорнии? Да. Ну, а как ты это докажешь? В бумажнике есть удостоверение. Что же, посмотрим. Так. Можешь взять свой бумажник. Так, а чем ты занимался с тех пор, как приехал? Сойдя с поезда, я вошел в вокзал и ждал там. Я не покидал станции. Где ты его обнаружил, Сэм? В зале для цветных. Так. Типс, тебе ведь известно, что мы бы здесь не позволили таким, как ты, лезть полицейские, а? У тебя хватило ума обойти зал для белых. Значит, кое-что тебе все-таки было известно, а? Да, кое-что мне было известно. Хорошо. Ну ладно, подожди там где-нибудь. Мне нужно навести тебе справки. Присмотри за ним, Сэм. Хорошо, сэр. Пошли. Вот шеф сидит. Вот. Там по Пасадене говорят, будто ты специалист по расследованию убийств. Да, это верно. Ну и что же тебе приходилось видеть трупы? Чаще, чем хотелось бы. Я тут недавно смотрел один. Может, и ты на него посмотришь? Если вы хотите. Пойдем. Это следователь по особо важным делам из Пасадены. Он хочет взглянуть на тело. Пусть посмотрит. Я съезжу позавтракаю, вернусь минут через 10. Хорошо, сэр. Сэм, на минутку. В чем дело, Пит? Ну и дела, Сэм. Шеф послал в Пасадену запрос. Ну? У нас произошло серьезное преступление. Запрашиваем информацию о Вирджиле Типси, который задержан по подозрению в убийстве и выдает себя за полицейского. Ну и что? Он должен был послать такой запрос. Ну, конечно. Но вот что он получил в ответ, я записал. Подтверждаем, что Вирджил Типс последние 10 лет является служащим полицейского управления Пасадены. В настоящее время
занимает должность следователя, специалист по расследованию убийств и других серьезных преступлений. Репутация отличная, рекомендуем воспользоваться его услугами, особенно если случай серьезный. Неплохо, а? Ну и ну. Представляешь, черного главного подозреваемого предлагают для расследования убийства. Слушай, готов поспорить. Гилсби ни черта не смыслит в расследовании убийств. Так вот, ему предлагают спеца, а он черный. У нас Уэлси черный следователь. А почему ты считаешь, что Гилсби не может вести расследование? Да он никогда не служил в полиции. Он работал в кутузке. Здоровенные малые лапы у него как раз, чтобы управляться с пьяницами. Не знаю, как он получил должность у нас, но стоит ему поскользнуться, и он человек конченый. Он и сам это понимает. Ну, как дела? Нормально, шеф. А где Типс? Он все еще осматривает тело. Но какого черта еще ему там нужно, а? Ну, долго ли выяснить, от чего умер человек, которого так хватили по голове, что разнесли череп, а? Не знаю. Прошу прощения, джентльмены. Не скажете ли вы мне, где я могу умыться? Комната для цветных через холл направо. Хорошо. Там нет ни мыла, ни полотенца. Обойдется рубашкой. Пожалуй, тебе стоит сесть в машину, сын, и навести дочку этого Монтоли. Я слышал, она гостит у Эндикотов. Надо сообщить ей, что произошло, и доставить сюда для официального опознания трупа. Понимаю, шеф. Вас интересуют результаты осмотра, сэр? Я тут все обдумал, Вирджил, и решил, что самое лучшее для тебя – это уехать отсюда следующим же поездом. Здесь тебе не место. А про тело я знаю все, что мне нужно. Не сомневаюсь, сэр. Да, я чуть не забыл. У меня тут подготовлен документ, что мы не несем ответственности за твой арест. Как выяснился, не совсем законный. Ну, я хочу, чтобы ты подписал его, прежде чем ехать. Я не собираюсь возбуждать дело о незаконном аресте ни против вас, ни против мистера Вуда. Мы взяли его, шеф. Намертво взяли. Это Харви Оберст. Он и раньше нам попадался. Ребята задержали его с бумажником Монтоли. В камеру его! Эй, шеф, пошел! Полегче! Полегче! Ну вот. Вот я и говорю, Вирджил. Мы тут сами с усами. Так что можешь отправляться. Благодарю вас. Всего доброго, джентльмен. Ну так, слава богу. Да что-нибудь ел, сам? Только ночью. Тогда оставайся, пожуй. Пусть за дочкой Монтоли съездит кто-нибудь другой. Да ничего, я сам съезжу. Кстати, насчет еды, сэр. Может быть, все-таки предложить этому цветному позавтракать? Ведь он пропустил поезд из-за меня. Я уже сказал, чтобы он выматывался. Ну, это так, сэр, но ближайший поезд будет только через несколько часов, а автобус на север всего один, да и тот не берет цветных. К тому же тут нет закусочных для негров, а он все-таки, ну, полицейский. Может, стоит разрешить ему подождать здесь? По крайней мере, он хорошо отзовется о нас у себя в Пасадене. Ну, ладно. Догони его и верни ко мне. Хорошо, сэр. А ты, Пит, принеси сэндвич с колбасой. Или там, в общем, что сумеешь подцепить. Хорошо, сэр. А что? Это мысль. Дать ему поглядеть, как мы стреножим этого типа. Пусть посмотрит.
Мистер Вуд передал мне, что вы хотели меня видеть. Я сказал, чтобы тебе принесли позавтракать. Подожди тут. У нас, правда, хватает забот. Мы поймали убийцу. Он подписал признание? Это никому не нужно. Я просмотрел его дело. Всего 19 лет, 2 привода. Один за мелкую кражу, другой за то, что приставал к девушке по имени Долорес Парди. А потом у него оказался бумажник Монтоли. Похоже, что начало хорошее. Начало. По-моему, это конец. Да, сэр. Переведите, оберста. Скажи, тебе, наверное, известно такое выражение. Белое отребье. Я слышал это выражение. Так называют людей, у которых нет ни денег, ни надежд подняться на поверхность. Ну так вот, этот Харви как раз из белого отребья. Харви Оберст, сэр. Сесть. Можно снять браслеты. Ну, зачем ты это сделал, Харви, а? Потому что бумажник лежал там, и все. Прямо на виду, набитый деньгами. Я видел, тот мертвый, они ему больше не нужны. А деньги просто валяются. Не я, так другой кто-нибудь взял бы. Я и взял, вот и все. Да, но только сначала ты убил Монтоли. Я взял бумажник. Взял, потому что тот тип все равно был уже мертвый, но я не убивал. Говорю вам, я только подобрал бумажник. Зарегистрируйте его подозрение в убийстве. Увести. Так, ну, с этим ясно. Да, это очень поможет следствию. То есть как это поможет? Это исключает поверхностные мотивы. Ну, скажем, обыкновенный грабеж. Выходит, надо копать поглубже. Ой, слушай, ну не рассказывай, будто ты поверил в эту детскую историю. А я-то думал, ты малый не промах. Шерлок Холмс с побережья. Ну уж, если ты сыщик, то я китайский император. Вот сэндвич и кофе. Спасибо большое. Ну что, это точно оберст? Спроси у него. Ну, что ты скажешь, Вирджил? Оберст невиновен в убийстве, я уверен в этом. Он уверен. Интересно. Это что же, интуиция, да? Нет, все дело в его ботинках и в том, что он был не брит. Может быть, ты объяснишь подробнее? Осмотр показал, что Монтоли ударили сзади по голове. Значит, либо на него напал кто-то знакомый, которому он доверял, либо, что более вероятно, к нему кто-то подкрался. Да так тихо, что Монтоли не почувствовал опасности. Если бы его что-то насторожило хоть на мгновение, он бы повернул голову, и удар пришелся бы под другим углом. Понятно. А у Харви жесткие каблуки, да еще с остальными подковками. В таких ботинках слышен каждый шаг, и ему было бы трудно напасть неожиданно. О, Господи, он даже мог 100 раз переобуться. Конечно, вы правы, мистер Гилспи, но вы тут сами упомянули, что этот человек из белого отребья. А значит, обувь у него не очень-то густо, и судя по щетине на его подбородке, я бы предположил, что он провел ночь где-то вне дома. Если бы он зашел переменить обувь, он бы, пожалуй, побрился. Это в его привычках. Я сужу по порезу от бритвы под самым подбородком. Я этого не заметил. Отсюда удобнее смотреть, мистер Гилспи. И пониже, и света гораздо больше. Ты так уверен в себе, а, Вирджил? Да, кстати, Вирджил. Довольно затейливое имя для Черномазова. Небось, там, откуда ты приехал, тебя зовут по-другому, а? Там меня зовут мистер Типс.
Мистер Эндикотт, сэр. Друг покойного маэстро. Мисс Монтоли так потрясена, что не смогла приехать. Мы уже встречали с вами, Гилспи. Конечно, 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 мистер Эндикотт. Большое спасибо, что вы приехали. Я уже был в морге. Удостоверяю, что это тело маэстро Энрико Монтоли. Садитесь, пожалуйста. Мистер Гилспи, маэстро Монтоли был очень близким другом моей семьи. Он приехал сюда по моему приглашению. Идея организовать музыкальный фестиваль – это моя идея. Так что в какой-то степени я виноват в случившемся. Надеюсь, вы понимаете, что я сейчас переживаю. О, разумеется, сэр, разумеется. Быть может, вы не откажетесь дать мне кое-какие сведения? Пожалуйста. Так, сколько лет было покойному? Энрико исполнилось 47. Женат. Вдовец. А ближайшие родственники? Дочь Дьюна, его единственный ребенок. Сейчас она гостит у нас. А гражданство? Он гражданин Соединенных Штатов. Место рождения? Где-то в Италии, не могу точно припомнить. В Генуе, я полагаю. Маэстро Монтоли был вашим другом? Нет, нет, я никогда не имел чести быть с ним знакомым, но по предложению мистера Гилспи я сегодня осматривал тело. Это Вирджил. Он следователь из Калифорнии. Простите, я не расслышал вашей фамилии. Типс. Очень рад познакомиться с вами, мистер Типс. Вы совершенно правы, я вспомнил. Энрико родился в Генуе. А какого рода случаи вы расследуете? Совершенно различные, сэр. Но в основном преступления против личности, убийства, изнасилования и подобные правонарушения. Интересно, как получилось, что мистер Типс оказался здесь? Это из-за меня, сэр. Вирджил ждал поезда, а я задержал его и доставил как подозрительного. Кто он такой, выяснилось уже потом. Полисмен Вуд действовал очень решительно. Он не оставил возможному убийце ни одного шанса на побег. И надолго вы собираетесь задержаться здесь, в Уэльсе? До ближайшего поезда. А когда он прибудет? Если не ошибаюсь, в 15:40. Так. Если я больше не нужен, мистер Гилспи, у меня срочное дело. Да, разумеется. Всего доброго, сэр. Всего доброго. Какого черта, спрашивается, ты раздеваешь свою пасть? Пока ты не влез, опрос Эндикотта шел именно так, как мне было нужно. Так, вот что. Я хочу, чтобы ты немедленно убирался отсюда. Когда там придет следующий поезд, я не знаю и знать не желаю. Валяй на станцию и жди там. А как только он подойдет, неважно с какой стороны, прыгай в него и точка, отчаливай. Всего хорошего, сэр. Если я не нужен, я хотел бы отдохнуть после ночного дежурства. Можете. Всего хорошего, сэр. Так, ну ладно. А как же теперь найти человека, который нанес смертельный удар по голове и смылся без всяких свидетелей. Черт знает что. Черномазый оказывается полицейским. Этот Харви Оберст, похоже, в самом деле не убивал. А кто же тогда? С чего же начать розыск?
Гилсби слушает. Это Фрэнк Шубер, Билл. Слушай, мэр. Билл, от меня только что вышел Джордж Эндикот. Он приходил насчет цветного сыщика, которого откопал кто-то из своих парней. Да? Джордж хочет, чтобы он занялся делом Монтоли. А, мэр, ваша помощь для меня очень много значит. Но я только что избавился от этого цветного, и, честно говоря, не хочу, чтобы он возвращался. Я тоже. Но все-таки, мне кажется, ты кое-чего не учитываешь. Что именно? Это даст тебе возможность полностью остаться в стороне. Предположим, он найдет того, кого вы ищете. Но он здесь никто, и ему придется передать все тебе. А если у него ничего не получится, ты все равно выйдешь сухим из воды. Вина целиком на нем. Ты меня слышишь, Билл? Я весь внимание, мэр. Вот я и говорю, так и так ты в выигрыше. А если откажешься от него и вдруг не заарканишь убийцу, Эндикот же сдерет с тебя скальп. Ты ведь знаешь, у него денег побольше, чем у любого другого в городе. Все это так, но я только что вышиб Черномазова. Ну так верни. Это прежде всего в твоих интересах. Хорошо, мэр. Если тебя кто-нибудь упрекнет, скажи, что действуешь по моим указаниям. Спасибо, мэр. Ну, а если в довершение всего ты сумеешь подсунуть Нигеру веревку, на которую он повесится, будет совсем хорошо. Я вас понял, мэр. Эй, Вирджил, Вирджил, стой, ну стой, ну мне надо поговорить с тобой. Вирджил, я сегодня был резок с тобой. Мистер Эндикот говорил о тебе с нашим мэром. Тот позвонил твоему шефу. Потом они поконсультировались со мной, и мы пришли к решению, что ты будешь расследовать убийство Монтоли, ну, под моим руководством. По-моему, мистер Гилсби, мне следует уехать отсюда, как вы и предлагали. Вот скажи мне, вот скажи, если бы твой шеф попросил тебя остаться, ну? Ну, если бы мистер Моррис попросил меня. Так вот, мистер Моррис сообщил, что ты можешь на неделю задержаться у нас. Раз этого хочет мистер Моррис, я останусь. Лезь. Лезь ко мне в машину. Положи вещи, вещи положи сзади. Сзади положи вещи. Так. Так, говори, что тебе может понадобиться? Как ты думаешь? Ну-ка. Если здесь есть отель, так, в который меня пустят, я бы хотел побриться, принять душ и переодеться. Так, тут нет гостиниц, в который тебя пустят. Но на окраине есть отель для цветных. Меня это устраивает. Хорошо, отлично. Что еще? Мне, пожалуй, понадобится машина. У нас есть. Есть у нас в запасе старый полицейский автомобиль. Бери его, я не против. Бери. Нет, нет, лучше не полицейский. Я не хочу быть приметным. Ну что ж, я достану тебе на неделю машину. Хорошо, мистер Гилсби. Я сразу возьмусь за дело, как только приведу себя в надлежащий вид. Ну вот, отлично. Отлично, парень. Вот дом Эндикотов. Красивый дом. Похоже, что шеф переменил к тебе отношение, Вирджил. Просто мне поручили это дело. Я думаю, для того, чтобы было на кого свалить, если я не найду убийц. Похоже. Как же ты думаешь вывернуться? Надо найти его.
У меня просто нет другого выхода. Проходите. Добро пожаловать, джентльмены. Прошу вас сюда, в гостиную. Дьюна, разреши представить тебе мистера Типса и мистера Вуда. Джентльмены, это мисс Мантоли. Добрый день, мисс Мантоли. Добрый день. Здравствуйте. А это мистер Эрик Кауфман, помощник маэстро Мантоли и его импресарио. Очень приятно. Мне тоже. Мисс Мантоли, у нас единственное извинение за то, что мы беспокоим вас в такой момент. Ваша помощь необходима, чтобы найти и наказать преступника. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Благодарю. Но, пожалуй, нам будет легче начать с вас, мистер Кауфман. Не возражаете? О, нисколько. Очень хорошо. Вы были здесь вчера вечером? Да, был. То есть не до конца. Я ушел в 10. Мне нужно было в Атланту. Но сами знаете, это не близкий путь, а у меня там были дела, назначенные на раннее утро. Вы всю ночь были в дороге? О, нет. Я был в Атланте около 2:30. Остановился в отеле, чтобы хоть немного поспать. А утром мне позвонили отсюда. Благодарю, мисс Мантоли. Вам неизвестны какие-нибудь неудачливые коллеги вашего отца, которые могли бы, ну, не слишком радоваться его успехам? Нет. Определенно нет. Ваш отец имел обыкновение носить при себе солидные суммы денег? Скажем, более $200? Иногда в дороге. Что же? Его убили из-за нескольких долларов. Я сильно сомневаюсь в этом. Мисс Мантоли, разрешите еще один вопрос? Мистер Типс! Мы вам очень признательны за все, что вы делаете для нас. Но нельзя ли избавить от этого Дьюну? Может быть, мы и сами сумеем ответить на ваши вопросы. Конечно, конечно. Я могу поговорить с мисс Мантоли в другой раз. Тебе надо пойти и прилечь, Дьюна. Лучше я немного пройдусь. Мне не хочется отпускать тебя одну. Мы живем достаточно уединенно, и до тех пор, пока все не выяснилось, я бы предпочел избегать осложнений. Разрешите мне? Я мог бы проводить Дьюну. Я попросил бы вас остаться, мистер Кауфман. Ну и как? Что-нибудь выяснилось? Что-нибудь можешь навести на след? Я человек небогатый, но не остановлюсь ни перед какими расходами, чтобы найти убийцу. Пусть этот тип ответит за все. Пристукнуть Мантоли, такого человека. Это кто так? Кауфман. Он же был в Атланте. Откуда он знает, что Мантоли пристукнули? Может, его убили? Отравили? В самом деле. А ты молодец. А может, пристукнули, это просто ходовое словечко? Не похоже уж, больно он и интеллигентный. Сказать по правде, он мне сразу не понравился. Во всяком случае, надо проверить и эту версию. Давайте вернемся в управление. Я хочу взглянуть на того задержанного парня. На Харви Оберста. А я и забыл о нем. А на что он тебе понадобился? Мне нужно поговорить с ним. Да нечего сюда совать! Посадите его куда-нибудь еще. Мне тут не нужны всякие черномазы. А вот ты ему нужен. Кто такая Долорес Парди? Это не твое дело. Она белая девушка. Либо ты будешь отвечать на мои вопросы, либо пеняй на себя, если тебя вздернут за убийство. Ты бы не шлепал губами, черномазы, не тебе меня приговаривать. Ты нуль без палочки. И всегда им останешься. Вижу, ты где-то учился, но это не сделало тебя белым. Ты сам прекрасно знаешь. А я не особенно хочу быть белым. Да и потом, белый ты или черный, какая разница, если болтаешься на веревке? Тебе этого хочется? Кого ты из себя корчишь, черт тебя подери!
Я полицейский. Ищу человека, убийцу, того, чьи деньги ты прикарманил. И, между прочим, кроме меня тут никто не думает, будто ты можешь быть непричастен к убийству. Так что уж лучше держись за меня. Я твой единственный шанс. Никакой ты не полицейский. Я работаю в Пасадене следователем. Можешь считать сыщиками, если тебе понятнее. И хватит вопросов. Либо ты ставишь на меня, либо тебя будут судить за убийство. Кто такая Долорес Парди? Она живет рядом со мной, там таких навалом. Сколько ей лет? 16. У нас таких называют сан-квентинские перепелочки. Что у тебя с ней вышло? Я попал с ней в одну историю, но вовсе не так, как ты думаешь. Я слушаю, слушаю. Это Долорес. Она хоть и молоденькая, но уж сложена, будь здоров. Ну? Ну, пошли мы с ней погулять к пруду. Ну, и тут ей взбрело на ум искупаться. Это была ее идея? Во-во, как ты сказал, ее идея. Я не подначил и не думал вовсе. В общем, она стала раздеваться, как вдруг из-за кустов вылез фараон, и меня забрали. Ну, а дальше? Ну, подержали, отпустили. Еще сказали, чтобы больше я к ней не приставал. А я и не думал. А потом ты ее видел? Ну, ясное дело, она живет в полквартале от меня на углу Полк-стрит. Я вижу с ней всю дорогу. Она зовет прогуляться еще разок. Значит, ты ее сердечный дружок? Да в том-то и дело, что не я. Ходит к ней там один. Кто? Его зовут Ральф. Он работает в ночной закусочной. Так. А что теперь со мной будет? Предоставь это мне. Если только твоя история не полезет по швам, у тебя будет все в порядке. Ну, что скажешь, Типс? Как идут дела? Я бы просил вас выпустить Харви Оберста, мистер Гилспи. С какой стати? Он не причастен к убийству, я в этом уверен. Хорошо. Пусть катится на все четыре стороны. Тебе отвечать. А на мой взгляд, он серьезный подследственный. Благодарю вас, сэр. В чем дело, Пит? Шеф, только что звонил Ральф, тот, который работает по ночам в закусочной на шоссе. Он задержался позавтракать после своей смены. И он говорит, что сейчас там обедает человек, ну просто проезжий, про которого Ральф думает, что он кое-что знает об убийстве. Ступай, переведи этого типа. Скажи ему повежливее, что я прошу его зайти на несколько минут. И тащи сюда Ральфа, только быстро, быстро. Хорошо, сэр. Дошлый малый этот типс. Пожалуй, будет не так просто подбросить ему веревку. Войдите. Мистер Готшалк уже здесь, шеф. Готшалк? Да, тот джентльмен, про которого говорил Ральф. А, да-да-да. Проси его сюда. Проси. Хорошо, шеф. Я что-нибудь нарушил? Не думаю, мистер Готшалк. Но я был бы весьма признателен, если бы вы смогли уделить мне немного времени. Двое суток назад ночью у нас произошло убийство, и мы решили, что, может быть, вы сможете помочь нам кое-что выяснить. Итак, ваша фамилия Готшалк. Вот мои документы. Нельзя ли мне взглянуть? Конечно. Вы здесь работаете? Да, моя фамилия Типс. Я расследую убийство, о котором упомянул мистер Гилспи. Ральф пришел. Он. Тот самый. Я узнал его. Так. Что ты хочешь сказать насчет этого джентльмена, Ральф? Ну как же, я и забыл про все это, вот пока он не объявился тут снова. Этот тип, я вот о нем говорю, заходил в закусочную в ту самую ночь. Ничего не понимаю. Как раз перед его приходом я подметал у дверей и просто не мог пропустить машину, как если бы проехала. Угу. Кроме него никого кроме него не было. Ты заметил, с какой стороны он подъехал? Да, он ехал на юг. Ну, потом я узнал, что мистер Вуд наткнулся на того мертвого итальянца прямо посреди шоссе. А до тех пор, пока мистер Вуд нашел тело, не было ни одной машины. Только вот этот и проехал. Ну так вот, Вирджил, валяй. Это по твоей части.
Черт знает, что меня подозревают в убийстве. Я думаю, Ральфа можно отпустить, мистер Гилспи. Да, спасибо, Ральф. Можешь идти. Всегда рад служить, сэр. До свидания, сэр. Всего доброго. Судя по вашим документам, вы инженер на космодроме. Совершенно верно. Я как раз туда и спешил, когда проезжал ваш город. Почему вы поехали на машине, а не поездом, или, скажем, не вылетели самолетом? Я решил в этот раз ехать на машине, потому что хотел взять неделю после запуска и отдохнуть с женой на юге Флориды. То есть, конечно, в том случае, если все пройдет хорошо. Ну, могу вам сказать в общих чертах. После запуска выяснилось, что мне необходимо вернуться на завод, отпуск пришлось отложить, и вот поэтому я здесь, в вашем городе. А почему вы выбрали столь поздний час? Из-за жары, она была просто невыносимой, а у меня в машине нет кондиционеров. Ну что же, сэр, мне остается задать вам последний вопрос. Да. Когда вы проезжали через Уэллс, не попалось ли вам на глаза что-нибудь необычное? Я понимаю, вы не видели тело на шоссе, иначе вы бы остановились. Но, может быть, вы заметили что-нибудь другое, имеющее значение для расследования. Прохожих. Признаки того, что здесь что-то происходит. Видите ли, мне не хочется, чтобы у вас складывалось впечатление, будто я хочу остаться в стороне, но я действительно не заметил ничего такого. По сути дела, город показался мне просто вымершим, если можно так выразиться. Вы очень помогли нам, сэр. И мы испытываем глубокую признательность за то, что вы потратили на нас столько времени. Ну что... Позвольте официально сообщить вам, что вы совершенно свободны от всяких подозрений. И я могу идти? Конечно, сэр. Надеюсь, вы восприняли наше приглашение только как просьбу. Честно говоря, у меня создалось несколько иное впечатление, но все равно спасибо. До свидания, джентльмены. До свидания. Вирджил, я разрешил тебе вести беседу, потому что сам закрепил за тобой дело Монтоли. Но по-твоему сказать этому человеку, что он свободен от всяких подозрений, страшно остроумно? Я не спорю, он не похож на виновного. Но он же был на месте преступления приблизительно в то время, когда оно совершилось. Пораскинь мозгами. После него ни в ту, ни в другую сторону не прошло ни одной машины, а ты... Вы привели очень резонные доводы, мистер Гилспи. Я был бы полностью с вами согласен, если бы не одно обстоятельство. Какое еще обстоятельство? Монтоли был убит вовсе не там, где нашли тело. Мне нужен ваш совет, преподобный отец Уайтберг. За все время моего служения нашей негритянской общине полиция впервые обращается ко мне за советом. Наверное, ваше духовное руководство было настолько успешным, что у полиции никогда не возникало в этом нужды. Вы очень добры, мистер Типс, но, боюсь, дела обстоят не совсем так. Но я вас слушаю. Как вы, должно быть, знаете... Тут двое суток назад убили одного человека. Увы. Я расследую это убийство. Разумеется, в законном порядке. Угу. В данный момент мне нужно выяснить две вещи. Место, где было совершено преступление,
Если удастся орудие убийства. Мистер Типс, в этом преступлении подозревается кто-нибудь из моих прихожан? Насколько я знаю, никто пока не выдвинул предположение, что убийство совершил непременно негр. Это уже само по себе маленькое чудо. Простите, я прервал вас. Монтоли убили обрубком дерева. Скорее всего, сосновым обрубком. Так. Я отослал в лабораторию щепку, которую извлек из черепа убитого. Теперь мне надо найти сам обрубок. Угу. И вот я пришел к вам. Это должно быть что-нибудь вроде дубинки. Да, наверное. Фута два или что-нибудь вроде этого. Так, похоже на полено. Да. Знаете, мне думается, я понимаю, чего вы хотите, мистер Типс. Я скажу нашим молодым людям, мальчикам и девочкам, что хочу запастись топливом для церкви. И разошлю их искать подходящие дрова, но потребую, чтобы они не брали из поленниц, даже если им станут предлагать. Мы превратим это в игру. Очень хорошо. На полене должно быть коричневое пятно засохшей крови. Угу. Но это уже не похоже на кровь. Во всяком случае, дети ничего не поймут. Хорошо. Мы примемся за это немедленно. Прошу вас, господин. Прошу. Вот что, Билл Гилспи, члены городского совета попросили, чтобы я пригласил тебя потолковать об убийстве Монтоли. Ну, чтобы не тянуть, мистер Гилспи, нам совсем не нравится, что какой-то нигер болтается по городу. Вот именно. Расспрашивает о белых людях и воображает, будто он что-то представляет собой. В обед он лез с разговорами к моему бармену Ральфу. Но тот его, конечно, и в дверь не пустил. А еще он был в банке и вел себя, словно он белый. Кое-кто из ребят собирается проучить его, чтобы он знал свое место. И они так и сделают, если вы его вовремя не спровадите. Совершенно верно. Прошу прощения, сэр. Мысли об этом черномазом меня самого выбивает из колеи. Я не хочу ни на кого сваливать ответственность. Но мне приказали взять его. И мое дело подчиниться. Ну, это правильно. Да, это я распорядился, джентльмены. Вот, пачка газет. Дело Монтоли расшевелило журналистов. А когда выяснилось, что в расследовании принимает участие цветной сыщик, мы еще больше привлекли внимание прессы. И пока что это шло нам на пользу. Мы получили массу бесплатной рекламы для нашего музыкального фестиваля. Вот уж дерьмо собачье, этот фестиваль. Люк, Люк, я знаю, ты все время был против нашей музыкальной затеи. Но если дело выгорит, к нам в город притекут кое-какие денежки. Я хочу только избавиться от этого нигера. Я никогда ничего не имел против денег. Верно, верно. Всем нам одинаково хочется покончить с делом Монтоли и избавиться от этой лакированной рожи. Как можно быстрее. Надеюсь, вам ясно, Билл? Я вас понял, джентльмены. И сделаю все, что в моих силах. Могу вам сказать, что я не слишком полагаюсь на Черномазова и сам веду расследование. Вот это другой разговор, Саша. Ну,
что там у тебя, Вирджил? А? Вот орудие убийства. Как тебе удалось найти эту дубинку? Мне помогли. Ну и что? Вам что-нибудь не нравится? Ведь я уже говорил тебе. Мы-то сами умеем управляться со своими делами. Нет, не то, что я не ценю, что ты принес мне эту штуку, но, пожалуй, пора тебе узнать. Около часа назад я собственноручно арестовал убийцу Монтоли. Можно ли вас спросить? Кто он такой? Вы получили признание? Нет, ну, конечно, он все отрицает. Но это его рук дело, это я уже знаю. Да, увесистая дубинка, увесистая. Ну и что тебе дала эта штуковина? А? Она даст мне возможность изобличить убийцу и сыграет важную роль на суде. Ну что же, это хорошо, хорошо. Но я тебя опередил. Ты найдешь убийцу в первой камере. Это Сэм Вуд. Кто? Сэм Вуд? Совершенно верно. Ну что ты на меня уставился, а? Не ожидал? А я ведь тебе говорил, что мы и сами... Сэр, я знаю, вам не хочется этого слышать, но мой долг сказать вам, невиновность мистера Вуда совершенно очевидна. И вы можете сами создать препятствие вашему продвижению по службе, если оставите его под арестом. Не тебе судить об этом, черномазый! Видите ли, сэр, у меня нет никаких сомнений, что вы арестовали не того человека. Что значит не того? А кто тогда убийца? Кто? Кауфман, про которого твой Вуд прожужжал мне все уши? Или ракетный инженер, который был в городе в ночь убийства, а ты ему официально объявил, что он вне всяких подозрений. Или, быть может, это мистер Эндикот убил своего друга. Кто? Я как раз заканчиваю исследование всех возможных версий и буквально завтра предоставлю вам подробный результат моих расследований. Можешь их оставить... себе на память. Я сам провел расследование. У меня неопровержимые улики против Вуда. Можно узнать, какие, мистер Гилспи? Пожалуйста. Во-первых, тебе известно, что 2 дня назад Вуд явился в банк и погасил рассрочку за свой дом. Оставшуюся сумму 600 с небольшим долларов он внес наличными, а? Это тебе... известно? Нет. Я не интересовался денежными делами мистера Вуда. А я поинтересовался. $600 наличными сразу после убийства Монтоли. Тебе что это? Ничего не говори? Простите, мистер Гилспи, а во-вторых? Что? Что во-вторых? Не ты ли сам говорил, что Монтоли мог убить либо тот, кому он доверял, либо человек, который подкрался к нему незаметно, пораскинь мозгами. То, что для другого было сопряжено с огромным риском, Вуд мог проделать без всяких затруднений. Допустим, Вуд подошел к Монтоли за полночь. Разве бы итальянец что-нибудь заподозрил? Нет, разумеется. То-то. Итальянец... ничего не заподозрил, полагая, что ему нечего бояться полицейского. А Вуд его и пристукнул. Ну, что ты теперь скажешь? Я скажу, мистер Гилспи, что через несколько часов я представлю вам убедительные доказательства невиновности Вуда. Подлинный убийца пока еще ходит по городу. Но ему недолго осталось гулять на свободе.
проходите, пожалуйста. А, входите, входите, мистер Типс. По какому же поводу вы хотели со мной поговорить? Я должен задать вам несколько вопросов. Вот почему я и просил у вас безотлагательной встречи. А, ну что ж, пожалуйста, пожалуйста. Насколько я понял, сэр, перед тем, как произошло убийство, мистер Мантоли провел вечер у вас в доме. Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Кто же из собравшихся ушел первым? Мистер Кауфман. А в котором часу? Я бы сказал, часов в 10, но за точность не ручаюсь. А не могли бы вы попытаться вспомнить, в какое примерно время маэстро Мантоли оставил ваш дом? Часов в 11:30, 12. А каким образом он добрался до города? Его отвез я. Благодарю. И когда же примерно вы вернулись обратно? Приблизительно через час. Точнее сказать не могу. С той минуты, как вы выехали вместе, до того времени, когда вы вернулись один, вам никто не попадался на глаза? Нет. Да. Мистер Типс, я не стану утверждать, будто тон вашего допроса пришелся мне очень по вкусу. Вы что, требуете, чтобы я доказывал свое алиби? Вы предполагаете, что я убил своего самого лучшего, самого близкого друга? Я далек от каких бы то ни было предположений. Мне нужна информация. Ясная и простая. Я не помешаю? Здравствуйте, мистер Типс. Рад вас видеть, мисс Мантоли. Мы тут беседовали, Дьюна. Садись, пожалуйста. Но, мистер Типс, вы должны проверить все возможные версии. Хотя мне лично хотелось бы знать, когда же дело дойдет до ареста убийцы? Арест уже сделан, но задержан ни в чем не повинный человек. Тогда почему же он за решеткой? Ну, потому что шеф Гилспи не настолько доверяет моему мнению, чтобы отпустить задержанного. А кто это? Мы его знаем. Да-да, вы с ним знакомы, мисс Мантоли. Это мистер Вуд, с которым мы приезжали к вам в прошлый раз. Вы хотите сказать, что тот рослый мужчина, который был так внимателен ко мне... Он самый, мисс Мантоли. И его обвиняют в убийстве моего отца? Да, хотя я совершенно уверен, что он полностью невиновен. Тогда почему же вы не докажете этого, если вы так уверены? Как раз это я и пытаюсь сделать. Иначе я не стал бы беспокоить вас. Угу. Так вот, я отвез маэстро к дверям отеля, пожелал ему доброй ночи и вернулся обратно. Насколько я понимаю, никто не может подтвердить истинность моих слов, но так оно и было. Благодарю вас. Мне осталось задать лишь несколько вопросов, но попрошу вас продумать свои ответы особенно тщательно. От этого очень многое зависит. Можно ли назвать маэстро человеком импульсивным? Я затрудняюсь ответить. А, по-моему, вполне можно. Знаете, под влиянием минуты он иногда принимал очень неожиданные решения. Мисс Мантоли, ваш отец быстро сходился с людьми? Да, все любили его. Так, и последний вопрос. Если бы я имел честь встретиться с вашим отцом, как вы думаете, он отнесся бы ко мне без предубеждения? Да, я совершенно в этом уверена. Он был полностью свободен от предрассудков. Благодарю вас. Вы даже не можете представить, какую большую помощь вы мне оказали. И думаю, теперь уже недолго ждать, когда вы узнаете имя убийцы. Хотелось бы надеяться. Спасибо еще раз. Всего доброго. Ну что, принес свои доказательства? Да, сэр. Вот показания 6 свидетелей. Они не спали в ночь убийства. Их показания создают мистеру Вуду вполне весомое алиби. Что это за люди? Где ты их выкопал? Помог случай. Прошлой ночью я проехался с мистером Вудом по тому маршруту, который он совершил в ночь убийства. Я запомнил те дома, где горели огни во время ночной поездки, и сегодня посетил их.
Обычно это входит в привычку, не засыпать до глубокой ночи. И действительно, все эти свидетели обратили внимание на патрульную машину и подтвердили, что Вуд в момент убийства находился в другом конце города. Откуда он взял $600, чтобы внести их в банк? В банке вам сообщили, какую сумму он внес наличными. Но не уточнили, что это была за наличность. Наличность есть наличность. В данном случае это не совсем так. Когда я поинтересовался в банке, мне сказали, что почти вся сумма была монетой. Четвертаками, 50-центовиками и даже пятаками. Это что же он копил? Это ты хочешь сказать? Совершенно верно. Он экономил на личных расходах. Сэр, я уверен, мистер Вуд абсолютно невиновен. Да ты просто дьявол, а? Но имей в виду, ты ответишь головой, если убийца не будет найден в самое короткое время. Я это знаю, мистер Гилспи. А теперь прошу вас, освободите Вуда. Я хочу, чтобы сегодня ночью мистер Вуд арестовал убийцу. Переведите мистера Вуда. Куда ехать, Вирджил? Куда вам вздумается, мистер Вуд? Мне это совершенно безразлично. Думаешь, убийца вновь вылезет сегодня ночью? Тогда, может быть, стоит заехать к Эндикотам. Вдруг им грозит опасность. Нет, я убежден, что они в безопасности. Нам лучше остаться здесь. В этой части города. Для этого есть причины. Ты не можешь объяснить, какие? Ты ведь сам сказал, что я должен арестовать этого типа. Право. Мне имеет смысл помолчать, сэр. Если я сейчас не удержусь, вы можете выдать себя в самый неподходящий момент. Я слышал, ты получил анонимное письмо. Да. Угрожают. Обещают убить, если я не уберусь отсюда. Знаешь, Вирджил, я хотел бы оказаться рядом с тобой, когда они попытаются. Я совсем не против, сэр. Вот что я хочу сказать тебе, Вирджил. Ты знаешь, после убийства Монтоли у меня возникло такое чувство, что убийца вот-вот выскочит из-за угла. Ну, страх, что ли, напал. Понимаю, понимаю. А тебе, я думаю, еще страшнее. Почему? Ты только не обижайся. Вот я вижу, ты образованный, толковый, но все-таки ты цветной. А, вот вы о чем. Нет, это не страх. Это совсем другое. Вот вы всегда жили на юге? Да. Я не бывал нигде дальше Атланты. А если бы вы попали куда-нибудь, где бы вас ненавидели за южный выговор? То есть... Вся ваша вина состояла бы в том, что вы разговариваете, как вам свойственно, и как вы умеете.
Тогда, быть может, вы получили бы слабое представление о том, что это такое. Быть постоянно преследуемым за какую-то ерунду, которая не имеет по существу никакого значения, в которой вы невиновны. Ни сном, ни духом. Да. Ну вот. Мы уже не одни. Остановите. Ну, как тут у вас, ребята? Пока все в порядке. Ничего необычного. Ну что ж, пожалуй, проеду с вами. Куда теперь ехать? Виржин знает. Он уверяет, что сегодня ночью ты арестуешь убийцу. Ты знаешь, я бы не прочь посмотреть, как это получится. А вот и ночная закусочная. Обычно в это время вы останавливаетесь перекусить, мистер? Да. А что, я бы тоже не прочь подзаправиться. А как же с Вирджилом? Может, тебе что-нибудь принести, Вирджил? Да нет, пока не надо. Идите, не беспокойтесь обо мне. Мистер Гилспи, мистер Вуд, очень большой. Что прикажете? Мне кофе, Ральф. Мне тоже. И кусок пирога. Какая приятная неожиданность, джентльмены. Для нас тоже. Что же вы здесь делаете в такой поздний час, мистер Кауфман? А? Зашел закусить, естественно. Пожалуйста. Я только что из Атланты. Mm. У меня уже вошло в привычку ездить по ночам. Понятно. Ну и что нового? Кое-что есть. Мне удалось найти вместо Энрико музыканта с большим именем. Кого именно? Мне хочется, чтобы об этом первым узнал Джордж Эндикот. Только поэтому я не называю его имя. Mm. Только поэтому. Так. Так. Ральф, мне еще кофе. Сейчас, сэр. Пожалуйста, мистер Вуд. Да, еще вот что. Заверни-ка сэндвич с ветчиной и кусок пирога. И, пожалуй, прибавь картонку молока и несколько соломинок. Это не то ли черномазые ищейки? Для него у нас ничего нет. Когда я говорю тебе, ты лучше слушай. Что я буду делать с этой жратвой? Не твое собачье дело. Но, мистер Вуд... И давай пошевеливайся. Хорошо. Но хозяину это не понравится. Получи. Что это такое? Эй, ты там! А ну, вали отсюда, черномазый! Пожалуйста. Мне ужасно хочется пить. Все, что я хочу, это стакан молока. Это место не для тебя и не для таких, как ты. Давай-ка проваливай. Вержи, я взял тебе молока. Послушайте, мне известно, что у вас такие правила. Но я служу в полиции, как и эти джентльмены. Я прошу только, чтобы мне позволили присесть и дали стакан молока. Вержи, но ты и сам понимаешь. Слушай ты! Мне не хочется поступать грубо в присутствии этих джентльменов, но если ты не уйдешь, я тебя вышвырну отсюда. В самом деле? Ну, сейчас ты увидишь. Отпусти! Ты сломаешь мне руку, ты... Доставь его, Вирджил. Он тут ни при чем, его босс выгонит с работы, если узнает. Спокойно, Сэм.
Так, спокойно, спокойно, спокойно. Этот молодой человек убийца Энрико Монтоли. Ральф? Да, можете арестовать его. Я не убивал! Ты ответишь за это черномазой. Узнаешь эту штуку? Ею ты убил Энрико Монтоли. Убил возле концертной эстрады. Я не убивал. У тебя нет никаких доказательств. Я представлю тебе все доказательства. Ты лучше скажи, удалось тебе найти медика, согласного на подпольный аборт? Какой аборт? Я ничего не знаю. Ну как же, как же. За 3 дня до того, как ты убил Монтоли, Долорес Парди сказала тебе, что она беременна. И потребовала найти выход из положения. Откуда ты знаешь? Черт тебя возьми. Это не важно. Ты до смерти испугался. Ты считал ее 16-летней школьницей. Хотя, как выяснилось, ей 18 лет. Как 18? Вот видишь, ты не знал. Она плохо училась, засиделась в школе, и поэтому скрывала свой возраст. Не хочу никого слушать. Я не убивал. Погоди, погоди, дойдем и до этого. Итак, ты считал, что ей 16 лет. И знал, что попадаешь под статью. Вдобавок, ты страшно боялся ее отца. И правильно делал, я его видел. Ты стал лихорадочно искать выходы. Ты знал, что найти медика, согласного на подпольный аборт, будет тяжело. Но за большие деньги его можно найти. Кстати, так нашел ты его? Хорошо, не отвечай, это не столь важно. Важно то, что больших денег у тебя не было, верно? Верно. А у тебя ведь не было накопления, а жалование в закусочной небольшое. Не бери меня на жалость. У меня нет накоплений, но я не убивал. Правильно. Ты не собирался убивать. Ты только хотел достать денег. Кого-нибудь ограбить. Убивать ты не собирался. Как нарочно, в ту ночь, когда ты ехал по шоссе к закусочной, ты увидел маэстро Монтоли. Ночь была душная, ему не хотелось спать, и он прогуливался недалеко от отеля. Ты поздоровался с ним, а он охотно заговорил с тобой. Вспоминаешь? И вот во время этого разговора у тебя и мелькнула мысль ограбить его. Он иногда заходил к тебе в закусочную, и ты знал, что в его бумажнике всегда много денег. Ты предложил ему немного проехаться. Я ничего никому не предлагал. Ах так, значит, это он предложил тебе посмотреть строящуюся концертную площадку. Видишь ли, в эту ночь он был занят мыслями о предстоящем фестивале. Вы приехали туда, вышли из машины, и тут тебе под руку подвернулась эта дубинка. Узнаешь? Она самая. Ты хотел просто оглушить маэстро. Ограбить его. А потом заявить, что к вам подкрались сзади какие-то злоумышленники. Верно? Напрасно ты молчишь. Это очень важный момент. Важный для тебя. Ведь в твоем деле не было преднамеренного убийства. Понимаешь? Было непреднамеренное убийство. Это совсем разные вещи. Откуда ты все это знаешь? Ты что, следил за мной? Я не хотел. Я не хотел убивать. Я не хотел убивать! Да. Я не ожидал, что удар окажется таким сильным, вы понимаете? Когда я понял, что он без чувств, я втащил его в машину. Я повез его к доктору. Я к доктору повез. Я верю тебе, верю. Я верю тебе. Надеюсь, что и судья поверит. Это снизит меру наказания. Я очень испугался. Я просто дрожал от страха. Я не мог вести машину. Я завернул в переулок. А потом постепенно ты пришел в себя. Из-за страшной духоты движения на шоссе не было. Ты взглянул на часы и понял, что вот в это время находится в другой части города. Тогда ты вытащил из бумажника часть денег, которых, как ты считал, хватит, чтобы выпутаться из этой истории с Долорес. Потом сбросил тело посредине шоссе, положил рядом бумажник и помчался в закусочную. Ты уже опаздывал на работу. Вот и все. Теперь подпиши признание. Да, да ты просто дьявол, а? Значит, ты следил за мной. Почему же ты меня не остановил? До недавнего времени я
подозревал совсем другого человека. Значит, это Долорес накапала на меня? Нет. Впервые я подумал о тебе, когда ты попробовал обвинить ракетного инженера. Уж очень это походило на попытку замутить воду. Все остальное я узнал потом. Прощай. Вот его признание. Ну, Вирджил, ты просто дьявол. А теперь, мистер Гилспи, я хотел бы уехать. Вирджил, ты знаешь, я бы с удовольствием подождал поезда, но, честно говоря, мне смертельно хочется спать. Ты не обидишься, если я уйду? Разумеется, нет. Мистер Гилспи, ничего, если я посижу здесь, на этой скамейке, а не пойду в зал ожидания? На платформе сейчас никого нет. Ну, смотри. Спасибо. Очень не хочется идти в зал ожидания. Уж больно душная ночь у вас в Каролине.